радио программу «Семейный час». Скажем, в Москве по время «Семейного вечера» узнаем о том, почему семейная жизнь иногда... Пуховского по Москву на переделке. Возьмите радио с собой, с собой. Скачайте мобильное приложение «Радио». И ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир, информация о звучащей композиции, полотерные колокольчики. Когда мы описываем процесс создания чего-либо, то обычно используем нейтральный глагол «делать». Он делает то-то, например, упомянутый уже бизнес. Но делать можно как хорошие, так и плохие вещи. Наши предки, когда рассуждали о создании чего-либо... Опять не здесь.